Михаил Мень официально покинул пост губернатора Ивановской области. Слухи о назревающих переменах в управлении регионом в кулуарах власти ходили давно. Но сегодня их подтвердил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов, который зачитал указ о назначении исполняющего обязанности главы региона. Принять отставку губернатора Ивановской области Меня по собственному желанию. Назначить Конькова Павла Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ивановской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Российской Федерации Владимир Путин, Москва, Кремль, 16 октября 2013 года, за номером 777. Михаил Мень, с 2005 года занимавший пост губернатора региона, заявил, что на сегодняшний день его миссия в качестве кризис-менеджера выполнена. Да и по семейным обстоятельствам ему удобнее работать и воспитывать шестерых своих детей в Москве. Теперь уже экс-губернатор региона признался, что доволен выбором главы государства. На сегодняшний день, на мой взгляд, еще один управляющий региона, приехавший из столицы, сегодня в Ивановской области не нужен. И я очень рад и благодарен президенту за принятое решение, что временно исполняющим обязанности губернатора стал один из членов нашей с вами команды Павел Алексеевич Коньков. Было много вариантов, но в конечном итоге все-таки решение было принято за местным человеком. Местный человек Павел Коньков заверил присутствующих, что кочек на пути нового правительства не будет, ведь оно пойдет тропой, протоптанной экс-губернатором. Каких-то принципиальных, серьезных кренов, кадровых перестановок не будет. Будем продолжать также активно сотрудничать с бизнесом. Будем делать приоритет на дальнейшее развитие, реализацию социальных программ. Во всяком случае, думаю, что обстановка в области, она будет продолжать оставаться стабильной. Паузы в работе правительства не будет, заверил Павел Коньков. Впереди выборы губернатора и цель, четко обозначенная президентом. Выйти на выборы и победить в нем. Поэтому прошу прежде всего работников правительства продолжать исполнять свои обязанности. Все необходимые документы, связанные с продолжением вашей работы, в начале следующей недели будут приняты и подписаны, и никакой паузы в руководстве области, в руководстве правительством не будет. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.